Томск лишился главного символа городского сада – центральной арки. Накануне ночью ее разрушили работники томского «Газпром-Трансгаза». Арку возвели в 40-х годах прошлого века. Она напоминала классическую колоннаду, декорированную в так называемом стиле «сталинский ампир». Тем не менее, памятником культуры объект не считался, поэтому снесли его без труда. Арка находилась в аварийном состоянии и последний год была закрыта для проходов. В следующем году объект обещают восстановить.